Вы уже играли в «Правду», Алексей? Нет, Ганя, Алексей, не нет. А? Нет, вот, вот я говорю, Ольге говорю, что Ольга уже играла в «Правду», да. А вы нет, поэтому вы, сегодня сыграете вы. Вы достаете из этого красного мешочка фишечку одну, ага, наугад. Вот, говорите мне, какого это цвета. А это прозрачный. Это прозрачный. Значит, любую карточку можете выбрать. Да? Любую, да. Ну, любую, тогда карточку. Я прозрачную выберу. А там ничего не написано, это свободный вопрос. Тогда этот вопрос я задам вам. Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, если бы вы в своей жизни могли бы переписать какую-то страницу, какая-то это была бы страница, вы бы не вернулись бы, наверное, из Америки? Потому что все-таки Америка – это страна настоящей рок-музыки. Страна, Америка меня научила любить Россию. Вот, и я, мы долго жили, вот, фактически я провел там 12 лет. Да-да. И мы первый раз приехали в Россию через 5 лет. Мы думали, что приедем через 3 недели, мы уехали на гастроли, а да, приехали через 5 лет. История, да. Да, был как шок такой очень мощный, потому что в 94 году наша страна представляла собой территорию, как будто ее залили свинцом. Да. Мы уезжали из страны, наполненной оптимизмом. Вот, а приехали в абсолютную депрессию, с ужасной музыкой. Музыка была просто невозможно было слушать тогда. Вот, ни одно радио нигде. И вот потом мы через год приехали, потом еще раз через год приехали. Вот. И с каждым прилетом я заново открывал для себя эту страну. Вот. И наступил такой момент, когда я открыл такую Россию, которая сделала Америку такой маленькой. И даже рок-н-ролл. То есть рок-н-ролл, я всю жизнь прожил в рок-н-ролле и до сих пор в нем живу. Вот. Но это не главная составляющая. Не то, ради чего мы вообще появились на этот свет и живем. Это инструментарий, это часть нашего пути. А сам путь – это нечто большее. И вот это нечто большее, оно для меня открылось именно здесь, в этой стране. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».